Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся» – программа о том, как избавиться от одиночества. Вы были замужем? Да. Мы называли друг друга мужем и женой, но официально не были расписаны. Друзья вытащили меня на одну вечеринку, и там я познакомилась в полумраке с мужчиной, и как-то вот мы всю ночь взахлёб разговаривали. Быстро все закрутилось, что, наверное, на второй неделе знакомства на колени перед подъездом с веточкой одуванчиков, сорванных с клумбы, он сделал мне предложение. С Украины, а у меня украинские корни, и там негативно все закончилось, и, естественно, я расхлебывала ту историю. По поводу работы, вот приоритеты какие, работа или муж работа? Я прогуливался около своего дома. У меня зазвонил телефон, и я отвлекся на звонок. Мне пришлось отправиться в больницу, но мы стали общаться после этого с девушкой. Вы ее любили? Да. А она вас, как вы думаете, любила? Уверен, что да. А в сексуальном плане у вас все было нормально? Очень важный мужской вопрос. Ну, нам важно это знать. В сексуальном плане у нас было все нормально. И через год, я имею в виду, после. И через год, то есть и через какое-то время. Наши отношения стали холодеть не на почве сексуальных отношений, а, скажем так, на эмоциональном плане.